Всем привет! Сегодня хочу пересадить свой большой адениум, вернее перевалить, в горшок побольше. Он у меня, видите, как наклонился. Я просто боюсь, что он перевалит у меня вот этот тазик, потому что у него очень тяжелая масса. Он прям вот падает у меня. Может, на него переезд повлиял, я не знаю. Я, в общем, его хочу вот в такой горшок посадить. И пусть он здесь наращивает себе корневую, красивую. А сейчас пойдемте, я при вас замешаю для него грунт. Сегодня у нас очень солнечный день. Хочу показать вам вот часть своей оранжереи, как она хорошо освещается. Целый день падает солнышко. Ну, пойдемте мешать грунт. У меня здесь мешок земли, садок хороший, такая, знаете, с перегноем, такая перепревшая очень хорошо. Вот она такая прям хорошая. Вот хочу для адениума ее использовать. И посмотрю, как прям вот. Сюда я добавлю лючок. Лючозы добавлю. Древесный лук. Так, древесный уголь добавлю. Ну, думаю, ему понравится такая земля. Она прям пушистая. И, конечно, туда добавлю перлит. Я ему корни не буду отряхивать от старого грунта. Как есть, я его просто перевалю. Здесь вот, чтобы пыль не летела, я вот так потихонечку ее. Я просто не хочу сырую землю. Но вот у меня здесь полностью пакет сюда ушел. Маленький. И все, теперь я вот так аккуратненько ее перемешаю. Это, кстати, вот летняя веранда очень большая. Весной, как тепло будет, я, конечно, адениумы и еще некоторые цветы перенесу сюда. Здесь солнце с самого утра, и вот сейчас уже под вечером ушло, а так целый день солнце. Даже вот здесь вот с этой стороны сейчас падает. Здесь прям красота будет растения. Получился вообще прекрасный, прям вообще очень рыхлый, рыхлый и хороший. Можно, в принципе, сюда еще добавить песочка, прям совсем чуть-чуть. Можно вот такую вот лопаточку. Проблем здесь с песком нет. Если кто видел, как я сажала гортензию, сколько копали ямку, там гольный песок. Здесь просто территорию для выравнивания привозили очень много песка. И поэтому здесь песка очень много. Песок у меня, конечно, не с участка, а я его покупала. Он крупнозернистый очень. Прям такой крупнозернистый. И вот я его как раз вот сюда вот лопаточку всего добавлю. Этого достаточно будет. Ну, можно еще чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Все. Достаточно. Ну все, теперь идемте в дом. Так как здесь холодно адениуму, я буду его пересаживать в дом. Там у меня есть дренажное отверстие в горшке. Сейчас я туда насыплю дренаж, керамзит.
добавлять туда приготовленный грунт. Ну вот ему теперь здесь есть где наращивать свои красивые формы. Ну вот я его туда перевалила. Сейчас подсыпаю вокруг земли. Ну ему, конечно, это только-только. Но ему здесь лучше будет. То я прям боялась, что он у меня упадет с этого тазика, перевернется. А здесь он себе еще больше, я уже говорила, нарастит себе красивые формы. Ну вот мой красавчик. Он, конечно, сухой. Я его прямо сейчас душем поддушиваю. Поставлю. И еще вот я хотела сейчас обстричь вот эти вот ветки. Мне не нравится, что он прям вытянул вот эту ветку, мне не нравится. Вот здесь, конечно, он заложил бутоны вот на этой ветке, а то я трогать не буду. А вот это вот мне прям хочется. В общем, руки чешутся обстричь ее. Это, кстати, мой адениум, который я привела, 4 сорта на него. И вот это как раз ветка от прививки такая вот большая. Я ее прям не могу, хочу вот так ее вот обстричь. Так вот. Конечно, здесь ботва наросла, но я не хочу. Я хочу все-таки, чтобы у него крона была такая пушистая. Вот это тоже, кстати, ветка от прививки. Прививочная. Я ее тоже приму. Вот так вот. Ну, то есть он здесь тоже побеги еще даст. Ну, здесь я ему дам подцвести. Здесь вот ветка тоже в бутонах. Здесь он цветет. Это он повял, он хочет пить. Он сухой. Сейчас я его полью, и цветочки он выпрямит. Сейчас салфеточкой промокну. Место среза. Можно даже вместо среза сделать немного наискосок. Вот так. Вот так. Вот так. Лучше будет. А, это тоненькое. Так, хорошо. Ну вот, красавчик. Обратите внимание, какой у него каудекс. Я тоже поработала над ним. Вот, он сейчас еще больше нарастит. Сейчас я ему вот так вот. И вот здесь вот место прививки. Все срастается, ничего не видно становится. Ну, здесь тоже вот скоро сольется. Ничего видно не будет. Ну, вообще, красавец, конечно. Здесь вот не так давно прививки делала. И вот все зарастает очень хорошо. То есть сейчас я ему дам вот этим веткам еще подсвести. И потом также в один уровень их обрежу. А весной, я думаю, он у меня зацветет. Ну, я думаю, он как бы, может быть, и зимой цвести будет. То есть
дома тепло, светло, ему комфортно. Ну, сейчас я его сношу в душ, как я говорила, и поставлю на свое место, на окно, на солнышко. Ну вот, я его накупала и плачу поставить на окно. Тяжелый вообще. Ох, ему тут совсем красота будет. Ну вот, поставила его на место. И сейчас перевалю еще один мой адениум, мадам Баттерфляй. Потому что она сидит в такой мелкой посуде, что мне, когда поливаю, у меня весь грунт высыпается, вообще неудобно. Вот как раз из-под этого освободился, я туда ее перевалю. Вот как раз из-под того большого, вот такой тазик, вот отсюда пересажу, потому что здесь проливать вообще неудобно, прям неудобно. Там у меня есть дренажные доски. Добавлю грунт. Достаточно будет. И постараюсь ее вместе с грунтом сюда. Он у меня на цвету, конечно. Но он сейчас тоже весь выйдет, потому что грунт очень рыхлый. Ну вот, прекрасно. Керамзит. Вот так вот. Ну, вот ему хорошо здесь будет тоже. У него тоже еще шире будет потом. Его формы. Вот такого кашпо. И быстренько вот так вот засыплю. Жопку-то он отрастил хорошую. Это у меня прививка, я заказывала из Вьетнама. Он был намного худей. При прививочке она у меня живет года два. И вот она прям форму очень хорошую набрала. Был маленький все равно. Ну, не маленький, но не такой уж большой. Прям его он раздобрел хорошо. Ну вот. Ну, здесь тоже, конечно бы лучше обрезать вот эту ветку. Обрежу сейчас раз. Потому что вот эта длина, она ни к чему. Вот так наискосок делаем. Так. Наверное, вот так вот. Он пустит боковые ветки. То есть на этой веточке будет, например, две. И ему легче будет в зиму. Ну, здесь вот бутоны есть на этих ветках. Надеюсь, что потянет. Сейчас здесь новый грунт у него. То есть витаминчики добавились. Но солнышко тоже вроде хватает. Вечером досвечиваю. Сейчас тоже я его сношу в душ, так, немножко его, не попадая на бутоны, наверное, здесь теплая водичка, полью его и поставлю его на окно. Ну вот, я поставила его на место. Здесь у меня вот адеши, вот это вот малыши мои тут. То есть вот над ними еще лампа красного цвета будет. Вечером я буду их досвечивать. И я думаю, что им тут будет прям хорошо.
С утра здесь солнышко, целый день на них. Здесь батарея, то есть и тепло, и светло. Увидимся в следующем видео.